Вот шестая карточка, она ни к чему не приводит. Забавно, что его профайли на сайте кикера. Фотография такая, как будто он перед сегодняшним матчем сфотографировался. Абсолютно такая же прическа, такая же длина волос. 3 минуты. Добавляет Йохен Дрез. Даже непривычно много, я бы сказал, для Германии. Полак. Диего. Нарушают правила против него вообще-то. У Йохена Дреза сегодня высокая грань допуска. То, что выглядит как нарушение правил, очевидно, и он порой пропускает. Хасебе, здесь ему повезло, потому что мяч...